Ты меня в саду не пускаешь. Ух, люблю, ух, люблю, ух, люблю, ух, люблю. У тебя красный айфон, я все вижу. Он как раз пятно яркое появляется в моем боковом рыбьем зрении. Что ты сидишь там в углу, там как сычи, как там сейчас его кострем вот этим китайским. Глаза мозолишь. Прям... Ай-яй-яй, знаешь, как это неинтересно. Выпячивать живот? Нет, в живот уколы делать. Ну, еще их долго. Да? Ура. Номером 2. Какой-то противоречивый. Алевтина, она не вешается. Не вешается ни хрена. Нет, не получается у нее никак. Она какая-то странная, это Инстаграм, а? Уважаемые друзья, просто обожаемые мной люди, все вы наверняка знаете, что я совсем недавно сломал ногу в двух местах, в очень неприятном месте. И после долгих консультаций с врачами и с светилами нашей хирургии, и после долгих переговоров с компанией-промоутером PMI во главе с Евгением Григорьевичем Финкельштейном, мы приняли непростое решение большую часть тура перенести на более поздний срок, то есть осень. Я хочу быть честным перед вами и быть на максимуме своих возможностей со 100% отдачей на сцене, как я люблю. И уверен, что время, которое дала мне судьба, я использую с пользой и продвинусь в записи альбома. И приготовлю новый сингл, который обещает быть ярким. Ну и стартует тур «Планета Билан» с апреля. 15 апреля – Минск. 18 апреля – Вильнюс, 20 апреля – Клайпеда, 22 апреля – Таллин, 24 апреля – Шауляй, 26 апреля – Рига. Информацию по другим городам вы узнаете чуть позже, и билеты от перенесенных концертов будут действительны. Мы позаботимся об этом. Спасибо вам за понимание. Хочется пожелать вам не падать и не падать духом, и стараться просто чувствовать весну, она уже наступила. Люблю вас, большим уважением. Спасибо за понимание. Друзья, как же приятно получать крутые новости. И в этот раз это МК «Звуковая дорожка». Премия, которая проходит уже не первый год. Она своего рода легендарная премия. И спасибо, что оценили мои труды и выбрали меня певцом года. А также я хочу поздравить, Полина, тебя с тем, что мы взяли номинацию «Лучший клип года». Это тоже очень здорово. Ну и, конечно, спасибо за... номинацию и победу в ней. Самый русский хит от радиостанции «Русский хит» за песню «Молния». Ура! Спасибо, «Звуковая дорожка». Ну и конечно же, я хочу передать привет огромной всей нашей сумасшедшей команде, с которой мы снимали «Пьяную любовь», которая вот в этот раз «Звуковая дорожка» в «Московском комсомольце», легендарная премия, где голосуют реальные люди, получила награду «Лучший клип года». Номинация такая, слышали? Вот. И хочу передать привет, повторюсь. Загибайте пальцы. Александр Гудков, Даша Чаруша, Маша Миногарова, Лиля Абрамова, Юлия Аук, Наташа Королева, Лолита Милявская, братья Запашные, Настя Ивлеева, Наташа Королева, Оля Ефремова. Ну и спасибо, конечно, еще раз, что голосовали. Это важно.